«Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» — невероятные титулы петербургской второклассницы Иры Речиц. «Комната сказочной принцессы», где сияют короны. Детский конкурс красоты – конкурс талантов, но часто не детских. Вот это мои любимые. Твои любимые, да. Это платье, да, нам известный санкт-петербургский модельер изготовляла, да, на заказ. Все это кристаллы Сваровски. Это на «Мисс Вселенной» мы были, представляли дефиле 50-х. Сколько платье такое стоит? 50 тысяч. Обалдеть. Да. У тебя 5-6 выходов. И хочется, конечно, чтобы ребенок достойно представил страну, либо город. Ну, что делать? Пока карьера дочери денег не приносит. Скорее наоборот. Гостиницы, перелеты, наряды за счет родителей. Цена подготовки и участия в конкурсе сравнима с месячным фондом зарплаты небольшой компании. У меня мечта, ну, стать знаменитой, чтобы по телевизору показывали. Слова, которые остались за кадром. Ира мечтает стать знаменитым тренером по гимнастике. А подиум скорее дорогое хобби и для дочери, и для мамы. Одно из крупнейших петербургских агентств. Его основательница понимает неоднозначное отношение к модельному бизнесу, да и сама критикует тех, кто не видит границ. Говорят, что вы лишаете детей детства, там, вы красите их и так далее. Хотя мы конкретно, мы вообще против любой косметики на детях. У нас дети, даже когда участвуют в дефиле, они не делают позы взрослые, мы по рукам даем. Просто потому что нужно, чтобы все было естественно, это детство, и как раз-таки они выступают, они относятся к этому как выступление на сцене. 9-летняя Милана – модель международного уровня. Миллиардный Китай в восторге от русской девочки. Работать в Шанхай Милана со своей мамой ездили уже 4 раза. Как у любой звезды шоу-бизнеса, у девочки-модели свой райдер. Не трогать русую косу. Съемка не более 4 часов в день. Несмотря на то, что она популярна, да, и на улице в Китае нас узнают и просят фотографироваться. Все, несмотря на это, у нее совершенно нет ощущения какого-то такого звездной болезни. Каждый день в Петербурге проходят десятки детских кастингов, реклама, телешоу. Гонорар за день съемки доходит до 5000 рублей. Некоторые малыши фактически кормят своих родителей. Детские модельные агентства должны контролироваться государством, а конкурсы красоты для детей нужно запретить на федеральном уровне, считает Виталий Милонов. И вместе с коллегами из других городов северо-запада России готовят запрос в Госдуму. Количество попыток суицидов среди детей, участвовавших в конкурсах красоты, зашкаливает не то, что за все предельно среднестатистические рамки, это до 30% детей так или иначе сталкивались с этой мыслью. Детские психиатры бьют тревогу, что детский конкурс красоты – это не детское занятие. Это хуже, чем показывать откровенную порнографический фильм ребенку. Прецедент запрета на детские конкурсы красоты есть и в российском Краснодаре, и даже в некоторых штатах Америки, где после выхода скандального шоу «Малыши и тиары» собрался целый митинг. 4-летним девочкам делали макияж, слишком агрессивный даже для их матерей. Бизнес на детях по-голливудски. Автозагар, накладные ресницы и даже зубы, чтобы скрыть недостающие, когда молочный выпал. В Советском Союзе малышей тоже вовлекали в модные показы. Конечно, никакого макияжа, зато классический бант, больше головы. Хорошее платье нужно уметь носить. Дети-звезды часто сгорают еще до того, как стать взрослыми. 25 декабря 1975 года, в день премьеры фильма «Новогодние приключения Маши и Вити», исполнитель главной роли Юра Нахратов проснулся знаменитым. Спустя 40 лет это скромный продавец компьютеров. А сейчас не жалеете, вот спустя столько лет, что могли бы стать звездой? Нет, не жалею. Совсем нет ни капли, ну, да? Не особо, да, живу так спокойненько себе, да, без приключений, нормально. Сережа Маркиев не боится повторить такую судьбу. На его счету 40 полноценных ролей в кино. Вся стена увешана фото со знаменитыми партнерами. Ну, вот, например, Евгений Миронов, Виктор Сухоруков. Это режиссер нашего первого фильма, в котором мы снялись, это Рената Грицкова. Младшая сестра не отстает. Стала кинозвездой, едва появившись на свет. Она только родилась, и нужен был маленький ребятенок, только родившийся. В роддоме надо было. Пробует везде себя надо. Это будет здорово, если ребенок попробует и на подиуме походить, и в кино сняться, и танцевать обязательно. До тех пор, пока это не касается прибыли, зарабатывания денег, все в порядке. У меня у самой ребенок, который выходит на сцену, но
вот рамки дозволенного, они соблюдаются. И ребенку надо оставлять детство. Как и любой яд, шоу-бизнес полезен в терапевтических дозах, уверены организаторы первого в городе дефиле детей с синдромом Дауна. Вот кому действительно не помешают внимание и аплодисменты. И все-таки, что такое шоу-бизнес? В этих двух словах тяга человека к зрелищу и деньгам. И ни слова о судьбе, тем более о судьбе ребенка. Евгения Альтфельд, «Пульс города».